Всем привет! С вами Дмитрий Саютин, канал China Quality Facts. Сегодня у нас две задачи. Это аудит фабрики и проверка товара. То есть с помощью практики мы подтвердим либо опровергнем данную теорию. Поехали! Фабрика изготавливает фены и плойки для волос. Начнем наш обзор с цеха термопластавтоматов, где из сырья под давлением льют пластиковые заготовки. Следующий этап – производство деталей. Стоит отметить, уже здесь есть внутренний контроль качества. Для нанесения логотипа используют принтер и сушение. Далее цех сборки. Важно, на каждой конвейерной линии есть несколько точек контроля, снятие электропараметров, физические нагрузки. Чем их больше, тем лучше. И далее товар поступает в цех упаковки. Отмечу, на заводе есть лаборатория тестирования готовой продукции. Проверка прочности провода, тестирование в максимальных нагрузках и другие. Все это увеличивает качество выпускаемого товара. При проведении инспекции EQL сделано 60 фото. Проведено 26 тестов и выявлено 1,5% мелкого брака, что является в пределах нормы. Фабрику, твердая четверка по пятибалльной системе. Качество товара проверенного также высокое и довольно стабильное. Жду вас на своем канале. Пока!